Тысячи югорчан приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Дню физкультурника. В эти выходные в муниципалитетах округа прошли легкоатлетические эстафеты, фестивали ГТО, открытие новых спортивных площадок, праздник «Югорский силач», зарядка с юкиором и многие другие события. К примеру, в столице Югры на большой площадке разместили несколько локаций, так, чтобы каждый нашел себе занятие по душе. Лига дворового спорта организовала зрелищный турнир по мини-футболу. Неподалеку можно было сдать нормативы ГТО, сделать разминку под руководством инструкторов, посмотреть на выступления тяжелоатлетов. Здесь же работала площадка «Определи свой вид спорта», организованная Югорским колледжем-интернатом Олимпийского резерва. Все желающие могли проверить жизненную емкость легких, силу рук и другие показатели, которые указывают на предрасположенность к той или иной спортивной дисциплине. Я с детства занималась легкой атлетикой, я очень хорошо бегала на короткие дистанции, выигрывала соревнования. И для меня очень важно, чтобы сейчас и мои дети тоже пришли в спорт. И поэтому такие праздники, они действительно создают интерес к физической культуре, к спорту, способствуют тому, что сюда приходят семьями, что не только дети, не только подростки, но и мамы, бабушки, дедушки вместе занимаются спортом. Это очень важно, должна быть соответствующая культура, физической культуры, спорта во всем обществе. Очень желаю, чтобы наше население также было мотивировано для занятий спортом, физической культурой. Мы, считаю, делаем все для того, чтобы у нас люди оздоравливались и принимали сторону спортивную, нежели какую-то неактивную.